Добрый день, дорогие друзья, мои подписчики. Я вас приглашаю на прогулочку на залив. Сегодня день замечательный. Мороз был утром. Минус 2. Но все равно так все красиво. Солнце светит. Я тут нашла этих... Вот эти, как они все сели, тут ремонтируют, наверное. И сели вот все чаечки. Они так греются. Вот они. Это так интересно. Нахохлись, они замерзли. Очень люблю вот это место. Особенно в солнечный день. Здесь очень красиво. Молодцы такие. Нашли себе место. А вон баклан. Сушит свои крылышки. Я попробую его поближе показать. Бедненький. Надо просушить. Вода такая чистая, так все в ней отражается. И вон чаечка сидит на столбике. От скорой помощи едет. Слышно, наверное. О. Маленький такой катер. На каждом столбике сидит. Они мерзнут, наверное. Они так классно ныряют, ищут себе рыбку, но ее пока нету. Но они что-то находят для себя. Сейчас я его попробую приблизить. Вот он. Красота. Катера, конечно, все накрыты в зиму, упакованные. Один солнечный день, и сразу все люди здесь. У нас же это считается зона отдыха. И они вот с Глюксбурга сюда приезжают. И отсюда назад идет же катер. Немножко дома вам покажу. Здесь автобусы ходят. Это все-таки считается центр. Вверху сидят бакланы, а внизу чаечки. Ну вот интересно, да? Дружат они, наверное. Соседи. Такая красота. Автобус прошел шумно. На этом я закончу свой ролик. С
Спасибо вам, что заходите. Я желаю вам всех благ мира, здоровья и всего самого наилучшего. Пока-пока.